Всем доброго времени суток. На связи снова я, вы снова со мной, и у нас Вальхейм. Как же много приятного в этом слове, звуков, букв и прочего. Так, стрелы у нас есть. Я вспомнил, что мы очень давно не охотились на кабанов. И в целом я уже давненько сюда не заходил. А ведь мы с одним парнем строили домик вместе. Славное было время. Интересно, он меня все еще помнит? Опа. А, точно. Недавно же было обновление по солнцестоянию. Интересно, с чего там эта корона делается? Так. Крышу бы. А, нет, с крышей у меня все в порядке. Так, вот не надо лагать. Из-за леса. Блин. Позабыл. Так. Хм. 10 лютиков надо. Ну, можем пособирать, можем нет. Хотя ладно. В общем, если цветочки попадутся, мы пособираем. Так, материалы, в принципе, можно будет взять. Так, одного кабана мы зарезали. Дальше что? Так, надо бы потихоньку высматривать себе место для будущего портика. Все-таки, если я буду продолжать этот мир, а я буду его продолжать, то мне однозначно понадобится корабль. И вот с этим дружком... Мы договариваться точно не будем. Нек. Иди сюда. Иди сюда, Нек. Мясо. Все, я его уделал. О, там еще один. Короче, мы начинаем наш сезон охоты. А, их тут двое. Хм. Если так подумать, им на меня немножко все равно. Что ж, тогда не буду их трогать. Так. Хм. Не знаю, игра преобразилась или нет, или я все-таки включил вулкан. Я не понимаю, что это, но... Я снова влюбляюсь в эту игру. Надо бы найти себе... Мне кажется, я знаю, с кем я смогу поиграть в Вальхейм. По крайней мере, я знаю место, где можно найти игроков. И которые точно часто на связи. Хм. Я знаю даже, кого тащить. Хе. Ладно. Тогда я пойду прямо сейчас осуществлять свои злобные планы. Делать шапочку и резать кабанов. А вам всем желаю провести хорошо время, отдохнуть. Ой, беречь свою спину. И что, желаю попробовать Вальхейм. На этом я прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока.